Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на соревнованиях по арбалету, посвященных 71-й победе в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимает участие команда трех наших институтов. Это Московский экономический институт, Институт мировой экономики и информатизации. И впервые участвует Московский институт психоанализа. Соревнования у нас получились весьма статусные. Главный судья наших соревнований – главный тренер сборной России по арбалету Сальникова Светлана Михайловна. Вот с нами главный тренер наших соревнований Сальникова Светлана Михайловна, чемпионка Европы по арбалету. Свет, вот наша задача выявить сегодня вот лучших в личном первенстве, потому что мы, откроем секрет, готовимся к городским соревнованиям, которые пройдут в конце мая. Можно несколько слов вот об этом турнире и что это такое? Да, у вас на каждых соревнованиях ваших появляются какие-то звездочки. Вот сейчас мы выявили явных лидеров. Вот результат 82 очка очень достойный для первого раза для новичка. Надеюсь, что вы попадете уже ближе к 100, и будет, ваша команда выиграет. Вот. Ваша команда всегда принимает активное участие в наших соревнованиях, является постоянным участником, поэтому мы, конечно же, ждем вас, надеемся на ваши победы и желаем вам этих побед. Спасибо большое, мы обязательно придем, вот, тем более у нас... Впервые участвует наш третий институт, Московский институт психоанализа. Пойдем сейчас посмотрим, какие результаты они. Пойдем.